Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролеплей. Центральный округ Монетис Кирилл Путбулу. Вы не забывайте уйти на регистрации. Так, сегодня, я думаю, сходим в казик, поиграем в карты. Именно в картишки я хочу поиграть. Так, давайте. Это нам не нужно. Так, окей. Ну, давайте, я думаю... Ну, давайте 5000 фишек, ладно. Рисковать так рисковать, в принципе. Найдем сейчас игрока, с каким можно поиграть. Здесь пацаны играют на сколько фишек? На 100, по-моему, фишек играют здесь. А, нет, даже на 50 фишек играют. Ну, такое себе дело, на самом деле. Я бы на 1000 фишек поиграл бы. Давайте подождем, пока кто-то подойдет, и уже будем играть. Ладно, давайте на 500 фишек сыграем, это 50 тысяч, по-моему. Чисто разогреемся, так сказать, потому что давно в карты я здесь не играл. Да вообще в реальной жизни даже в карты давно не играл, поэтому давайте на 500 фишек чисто разогреемся, так сказать. Так, игра началась, бубна, козырь у нас получается, это вот это. Так, король. Ну давай, будет у меня 3 короля, в принципе я не против. Восьмерки, да? Восьмерки. Король и король. Окей, теперь я хожу. Семерку давайте выкинем. Девятка, девятка. Шестерка. Хорошо, отбой. Ну, конечно, карты у меня такие себе. Валет. Ну, давайте возьмем вальта себе. Походу мы проиграем эту. Так, давайте короля. Хорошо, окей. Шесть. Туз, окей. Так, валет. Хорошо, 7. 7. Дама. Дама. 9. 10. 10. Дама. Окей. Все козыри у него почти забрали, я так понял. Так, теперь ходит он. Вальтом отбиваемся. Окей, так. 6. Туз, отбой. Так, уже карт нету в колоде, да? Туз козырь нам не кинул. Дама, туз. Отбой, да? Валет, валет. 7. Да, я проиграл, короче. Ну, давайте еще раз играем. Так, новая партия, короче. 10. Десятку они не кинет. Так, 9. Валет, валет. Дама, дама. Забрал он. Так, 6. 10, окей. Так. Давайте туз и 6. Отбой, хорошо. Давайте, ладно, будем мелкими ходить. Не будем даму выкидывать. Король, отбой. Так, пусть ходит. Так, дама. Король. Ну. Что-то козырь, наверное, хочет кинуть. Так, дама. Дама. Туз. Хм, лол. Отстрелялся, так сказать. Отбой. Так, 4 карты в колоде осталось, короче. Так, 7. 10. Король. 10. Дама. Отбой. Так, ну у нас карты такие себе, конечно. Валет. 7. 8. 8. 9. Отбой. Так. Король. В смысле я проиграл? Чё за прикол? А чё у него карт так меньше? Чё у него карт меньше было? Чё за бред вообще? Так, наконец-то первый хожу. Хорошо. Семерки. На тебе семерку.
туз, окей. Конечно, карты такие себе галимые, я вам честно скажу. Так. 7. Что-то вообще галимые карты мне выпали. Прям пиздец. Не знаю, зачем он мне козырный балет отдал. Ну ладно. 10-6. Видимо, козырей у него много. Так, валет. 8. 10-10. 8. Отбой. Так, давай. Король. 9. Король забрал. Что-то он какой-то сильно уверенный в себе парень. 9. Так, король. Так, и дама. Туз, козырный выкинул, молодец. Хотя мне карты вообще не ахти. Валет. Король. Валет. Забрал он. 6. Забрал. Есть, я походу выиграл. Все, я выиграл. Давайте еще раз. Так, шестерки. Я десятки специально забрал только что у него, чтобы нормально все было. Так, 6. На тебе 6. Король. Отбой. Так, идем дальше. Король. 10. Так, 10-10. Дама. И туз. Отбой. Дама. Так, 7. Давайте кинем ему. 6. Отбой. 9. Так, давайте ему вольты закинем. 1, 2, 3. Туз. Туз. И что он еще кинет? 7. Ну ладно. Так, он ходит. Хорошо, дама. С козырной дамы, думаю, кинуть или нет. По-любому. Или шестерку козырную. Что он какой-то долгий. Так, ходим. 7. 8. Так, валет, хорошо. Ходи. Король. Дама. Так, король. Бля, у него там туз козырный. А не. Ничья. А не, я первый вышел. Кстати, рулетка мне выпала. Окей, давай дальше поиграем еще с ним. Так, он решил на 1000 поиграть, окей. Блин, у меня очень галимые карты вообще, прям максимально галимые. Хуже просто некуда. Так, 8. Туз. Так, король. 8. Ладно, отбой. Так, валет. Даже не знаю, что к нему подходить. Давайте 10. Туз. В зверках остались так. Ничья, короче. Так, я хожу первый, хорошо. 6. 8, отбой. Так, давай. Блин, 6. 7. Блин, вот так черва одна выпадает, пипец. Возьму 9. Вольты, возьму вольтов. 6. 9. Так, 9.
Дама, дама. Туз. Отбой. 8. Сука, заебал ты. На. Валет. Валет, валет, на тебе. Туз. 7. Отбой. Как мне заебал эта мастер. 10-10 9-10. Отбой. Бля, походу я сейчас проебу. Король. Король. Туз. Туз, блядь. Походу я проебал, короче. Да уж. Дама. Да, я проебал, короче. Пиздец просто. Бля, смотри просто, какие у меня карты, это пиздец. Я не знаю, что делать. Во. Блядь, хреново, когда сразу козырь выпадает. Дама. Че он все забирает? Че гонит? Лол. Ну такое себе. Все подряд забирает. Странный какой-то чувак. Очень странный. Наконец не убился. Давай, ходи. Дама 6. Так. 9. Я сейчас весь козырь выкину, такое себе тоже. 10. 10. Не, я заберу лучше. 8, 9 7, 7. Лучше так будем играть, короче. Так. 6. 7, отбой. 7, 10. Отбой, дама. Так, забрал он. 8. Валет, отбой. Сейчас мне какую-то хуйню будут кидать, да? 7. Дама, отбой. Конечно, карты какие-то глимы падают на самом деле. 7 9 6. Во, вообще фартануло нормально так. Походу мы выиграли этот бой. Потом еще спадемся на 500 тысяч раз. 8 6. Король, отбой. Сейчас мне карты галимы начали падать. 10 8. Так, король, отбой. Тузы, да? Дама. Туз. Туз. Валет, валет. Ну, давай на 500, ёпта. Лол, чувак говорил, что пойдем на 5к играть, а в итоге просто вышел с игры. Я просто ору. Так, у меня, по-моему, 5000 осталось же этих. 5000, да? Ну я в минус ушел, по-моему. Или нет? А, да, ушел. Или нет, стоп, сейчас. ММ. Да, я походу в минус ушел. Я не помню, сколько у меня было. Хотя вроде бы столько и было. Ну ладно, короче, будем выходить уже с казика. То есть серия и так уже длинная, короче, получается. Да, черона моего нету. Давайте рулетку напоследок покрутим. Ежедневная рулетка. Так, перейти. Так, бронзовая. А у вас недостаточно АЗ. 5 АЗ стоит. Ну, давайте покрутим, блин, тут как-то много. Экспих. Ну ладно, давайте покрутим, короче. Напоследок рулетку. Так уж и быть. Че выпадет, то выпадет. 7000, ну такое себе на самом деле. Ну ладно, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.
She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.